В округе подошла к концу 14-я медианеделя. Насыщенная программа форума завершилась поездкой делегации люберецких журналистов в Раменское. На вручение юбилейной премии имени Виктора Мельникова побывала и наша съемочная группа. Мы с вами настоящие. Наша работа неформальная, она активная, она не номинальная. В 10-й раз на Раменской земле в память о коллеге Союз журналистов Подмосковья вручает общественную премию. Наградами отмечают и поддерживают тех, кто сохраняет ценности отечественной журналистики, внимание и уважение к простому человеку, стремление к справедливости и объективности. Молодым журналистам точно так же нужна правда, точно так же нужна справедливость, точно так же важна любовь и преданность этой профессии. И я хочу своим примером, как молодой журналист, доказывать, что и мы тоже можем добиваться правды, и тоже можем становиться лауреатами премии, и тоже можем делать что-то полезное для жизни России и нашего общества. Дарья Титаренко победила в номинации «Журналистика». Помимо этой категории, премию вручили за успешный стартап, развитие СМИ и общественную деятельность. Также в этом году первый раз наградили легенд подмосковной журналистики. Наши предшественники делали такую же работу ничуть не хуже, чем мы, а во многом лучше. И мы должны быть благодарными им, должны учиться у них же, для того, чтобы новые технологии позволяли нам еще эффективнее обеспечивать граждан информацией, но и в то же время помнить о традициях. В этом году лауреатами и дипломантами премии Мельникова стали 15 журналистов из 6 подмосковных городов. Помимо признания коллег, победители получили денежные призы. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.